логике... Еще раз говорю, камеру свою убрал, если, сраную, если не хочешь, чтобы она с асфальтом, что? Хочешь ее собрать с асфальтом? То, чем вы занимаетесь, снимаете, это молодец, это гордыня. Что-то делают, непонятно. Росгвардия, если что. Пускай Росгвардия приедет, вам тут барабанит. А если приклеите бумажку, будете отвечать за нанесение вреда транспортному средству. Вызывайте полицию. А мы уже вызвали, сейчас приедем. Уважаемый, если вы сейчас оставляете автомобиль, я вам клею наклейку. Я лично. Потом, знаешь, да, мы скручу, засунешь, да. Уважаемый, я лично вам сейчас клею наклейку. Что? Я понял, все. Нет, я вас ставлю в известность о том, что вы нарушаете. Что вот этот молодой человек сказал, что он здесь, здесь вы мешаете людям. Здесь написано, что да. Вот смотри, вот этого места людям мало. Камеру свою убери. Тогда, если камеру это по... Убери, руки, если, если по вашей логике... Еще раз говорю. Камеру свою убрал, если, сраную. Если не хочешь, чтобы логике, она... Хочешь ее собрать с этого? С уважаемый, вы вас потом будут собирать. Я тебе еще раз скажу. Хочешь ее собрать с асфальтом? Что? Хочешь ее собрать с асфальтом? Ну что сказали? Уберите я машину. Я не давал разрешения на съемку. Уберите машину. Не надо мне угрожать. Вот это еще раз. Послушайте меня, молодые люди, если вам не нравится его машина, вызовите ГАИ, пускай его оштрафуют, да, по закону. Вызвали? Ну, отлично, вы вызвали. Где ГАИ? Прекрасно. Вот вызывай ГАИ. А где это не ГАИ? Туда, не туда вопрос. Где ГАИ? Куда звонил? Где ГАИ? Куда звонил? По какому ГИБДД? Номеру? В ГИБДД. В какой ГИБДД? ГИБДД? Номер какой? В это ГИБДД. В какое ГИБДД? Вот в какой номер? ГИБДД. А как ты должен вызывать ГАИ? Я должен вызывать? Да. Я могу вызывать разными методами. Вызови. Ну, я и вызвал. Ну, отлично, все. Идем. А бумажки свои не клей. Почему? Потому. Это честно, хулиганство. Потому это не ответ. Это хулиганство. Ну, а с вашей стороны это тоже хулиганство. С вашей стороны тоже хулиганство. Злостное. С вашей а с нашей тоже... стороны нарушение правил дорожного движения. Все. Есть штраф. Вы просто за это камеру, да? Не, ну вообще просто. Ну, снимите меня просто. Мне интересно, у вас родители есть? Есть, конечно. Есть? Да. Вы за это что-то получаете? Женщина, вы же переходите. Да, я тетка, я женщина. Да какие личности, ребят? Я просто, мне просто интересно. Вот, откуда пирамиде вы беретесь? Грэма. Откуда вы беретесь? Пирамиде Грэма, вы сразу спускаетесь на самое дно. Это вы на дне, ребят. Вы в школе не учили. Ну что, ну ты что? А что, я выложи ничего. Меня. Выложу. Вы в что у них девушек нету. Я не могу, я вам пытаюсь день убивать. Он ну, то есть вы решили меня прокатить на капоте? Я сейчас еду на капоте.
ныне – это смертный грех. Вот то, что человек нарушает, это не смертный грех. А вы делаете именно это. Вот там он все видит. Сотрудник ГИБДД, что у вас произошло, чтобы он начал оформлять. Вот этот автомобиль заехал со стороны остановки общественного транспорта, завернул, стал параллельно вот этим автомобилем. К нему подошли и сказали, что он на тротуаре припарковался. Он это проигнорировал. После этого ему сказали, что вы так демонстративно бросаете автомобиль на тротуаре, мы вам оставляем свою письменную претензию. И поехал ровно на меня. Провез меня, получается, с того тротуара, вот на это. Видео есть? Да. Вы вот они. Принимайте наши заявления. И дальше круг разговаривает. Все как обычно. Потому что на камеру говорю, данные ваши есть у сотрудников полиции? Если я это видео увижу в сети, это вас не то же я запрещаю, что вы были в сети. Оп, машина поехала. Инспектор прыгнул. Надо объяснить тоже напишите. Я не успеваю. Занимайтесь, я должен спокойно взять бумагу, спокойно писать. Сейчас ребята сейчас начинают снимать нарушения, которые вы должны пресекать. Я за ними должен следить. Также я должен был общаться с инспектором, который сейчас, получается, не выполняет работу. Ну вот. Так что я буду выполнять вашу работу. А что тебе сказали? Будут оформлять его за езду по тротуару. Вам только что сказали, что был наезд. Вы должны были так думать. Вы должны были предоставить копию протокола за наезд на меня. Вот. Как работает полиция. Именно поэтому здесь работает. Стой.